Здравствуйте! Я актриса театра и кино Алена Бекулова. В 2004 году я с отличием закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Я очень много снималась в кино, в сериалах. У меня множество главных ролей в знаменитых сериалах «Бандитский Петербург», «Татьянин день», «Дыши со мной», «Вкус граната». А на сегодняшний день я являюсь гастролирующей артисткой со своими сольными проектами. Я автор сценариев, режиссер и исполнительница главных ролей в трех моноспектаклях об Эдит Пиаф, об Анне Герман и третий спектакль про меня саму по моим стихам и песням. Я владею музыкальными инструментами. Фортепиано, арфа, гитара, саксофон, аккордеон и, ну, конечно, мой прекрасный голос. Я занимаюсь спортом, я бегаю по 10 километров, занимаюсь йогой, плаванием, тренируюсь дома, у меня прекрасная фигура. Я свободно говорю на английском языке, пою на разных иностранных языках: итальянский, французский, немецкий, испанский, польский, английский и многие другие. Вообще я полиглот, я очень легко учу любые языки, любые песни. Вот. Ну, в общем, я буду рада работе с вами.